и вот эту территорию называем как индустриальный парк. Вот. Отец сейчас руководит сельхозподразделением, там 6 тысяч гектар, выращивает зерно в Орловской области и в Подмосковье. Пару лет назад начал развивать этот тип. Площадка, на которой может большое количество молодых сортов храниться. Наша трансформаторная подстанция. Два там. Всех сюда зовут. Не могу визитку? Нет. Не могу. Или тоже. Это я просто... Свой шанс, который им выпал. Действительно интересное предприятие, очень энергичное руководство, вы сами это видели. Очень интересные у них идеи. Конечно же, мы будем с ними продолжать какое-то сотрудничество. В рамках своей компетенции обязательно будем помогать, потому что это город. Город должен развиваться, рабочие места – это серьезно. То производство, те производства, которые мы увидели, честно говоря, я даже не знал, что они у нас есть. И это не особо, честно говоря, наверное, и разрекламировано, но мы поможем им в этом. Большая территория, ухаживают за ней, это видно. Люди очень активные. Что касается города, обязательно будет поддержка, и мы будем это делать достаточно оперативно. То есть, в принципе, вы уже увидели, например, производство пластиковых труб и понимаем, что, в принципе, город может уже закупать материалы здесь, да, на месте, и не везти их издалека. То, что они изготавливают на производстве, это, ну, скажем так, очень интересно. Мы должны посмотреть ценовую политику, потому что это тоже важно. Это раз. И второе, характеристики тех производств, их труб, в первую очередь, пластиковых, полиэтиленовых, насколько они соответствуют тем нормам, которые необходимы городу. Ну, я сразу скажу, что сегодня мы по водоводу, который делаем в городе Керчи, 800-я труба по улице Свердлова, мы эти трубы подрядчик, ну не мы, не город, мы заказчик проекта, доставляют из Уфы. Понимаете, они у нас делаются здесь. Обязательно мы сейчас посмотрим характеристики, ценовую политику. И если только будет хоть малейшее, скажем так, их сопоставление, конечно, это очень серьезно и это очень продуктивно, что все это у нас оказывается здесь, в городе. Кто-то доехал до сюда. Я всех всегда зову. Звал предыдущую администрацию, это зову, всех зову. Я безмерно рад. Всегда всем говорю в заключение, что очень рад, что вы приехали сейчас. Потому что приедете через годик, будет существенно лучше еще. Вы скажете, я знаю, видел, как было не очень, а стало еще лучше, я это застал.